месяц в товарных вагонах, но это со всей Удмуртии как бы был целый состав. Да. Они останавливались в больших городах. Это все с ее слов я говорю, все у меня записано это. Подробно очень, потому что я с ней общалась много на эту тему. И вот они целый месяц добирались, останавливались в крупных городах. Иркутск, Томск, Новосибирск. Их там кормили и в баню там водили. И снова, ну целый месяц. Да. Лишь надо вот ехать. Да, да, да. Таким образом товарный поезд ехал. Сейчас за 3 дня, значит, да, на поезде, если